Добрый день, уважаемые зрители, друзья, подписчики, гости моего канала ТВ Фокус. Хотел бы с вами обсудить такую тему. Сегодня Петро Алексеевич Порошенко прибыл на допрос в ДБР и устроил театральное действие. А именно разыграл заботу о родственниках Небесной Сотни, которые пришли приблизительно за полчаса до этого, которым организовали мероприятие. Присутствовали все депутаты от партии «Европейская солидарность». Они разыграли сцену, что не принимаются заява их заявления на то, что они протестуют против назначения адвоката Януковича на должность замглавы ДБР. Я не собираюсь обсуждать это назначение. Я считаю, что оно, конечно, неверное, но суть не в этом. Странным образом допрос Петра Алексеевича совпал с этой акцией. Я считаю, что Петр Алексеевич Порошенко просто нагло и цинично, прикрываясь родственниками убитых героев Небесной Сотни, а для меня они герои, люди, которые отдали их жизни, считают, что циничность, лицемерие, обман Петра Алексеевича, фарс, который он разыгрывает, спекуляции на эту тему, это еще раз показывает, что этот человек переступит через сотни и тысячи жертв, лишь бы вернуться к власти. Считают, что сегодня все стало на свои места. Этот человек за 5 лет ничего не сделал, не приложил больших усилий для того, чтобы раскрыть это дело, а сегодня использовал этих людей как щит, как маску для прикрытия того, что он пришел на допрос, и эти все дела совпали. И он хочет стать и выглядеть в лице простых людей, жертвы режима Зеленского. Хотя этого режима, по сути, еще и нет. А режим был при Порошенко. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. До новых встреч на моем канале ТВ Фокус.